Девчоночки, всем привет, мои хорошие. Сегодня я с вами хочу поделиться рецептом запеченных куриных крылышек в духовке. Как я их готовлю, у меня даже кушает мой сын их. Он их просто обожает. Ни в каком другом виде он их не любит. Только вот запеченные под соусом. Покажу, как сейчас все буду делать. Я подготовила противень, у меня вот такой большой. У меня сюда где-то входит около 1,5 килограмм крылышек, если его полностью заложить. Я его замотала фольгой, и сейчас я буду его смазывать растительным маслом. Не сильно. И кисточкой распределю ровненько масло по фольге, то чтобы крылышки больше лучше отделились уже когда приготовятся и не пригорели. В общем, все смазали. Девочки, у меня уже духовка уже разогрелась, 200 градусов разогревается. Вот такие крылышки у меня в одной пачке 520 грамм, в другой 630. В общем, получается побольше, чем килограмм. Но это нормально. Так, и начинаем выкладывать крылышки. Как-нибудь ровненько. В общем, выкладываем друг за другом и так вот целый противень. Вот так вот, девочки, я выложила уже все куриные крылышки. У меня получился целый противень. И здесь в тарелке у меня 50 грамм ледяной воды, холодной, из-под крана. И такая приправа для куриных крылышек, барбекю. В общем, требуется как раз 1 килограмм. Высыпаем эту приправу в воду. И размешиваем. Как я вам уже сказала, я духовку разогрела до 200 градусов. Размешали мы эту приправу, она получилась вот такая. Там зелень содержится, помидоры сухие, крахмал. В общем, довольно-таки мне нравятся эти крылышки с такой приправой. Муж вообще очень любит. И сейчас на данном этапе я этой приправы крылышки не смазываю. Я их в таком виде отправляю уже в духовку на 40 минут. И потом уже когда их через 40 минут буду поливать этой приправой и еще на 40 минут в духовку. Я вам буду это все поэтапно показывать. В общем, девочки, прошло уже 40 минут. Вот так вот выглядят мои крылышки. Они без приправы. Уже зажарились, подсохли. И вот я сейчас их буду смазывать. Перемешиваем нашу приправу. Вот это соус такой. И начинаем смазывать крылышки. Вот я все смазала крылышки, вот так вот они выглядят. И вот столько осталось еще приправы. Это на второй этап. В общем, ставим сейчас их минут на 15-20, вынимаем и повторно еще разок смазываем. Девчонки, сейчас мы будем смазывать наши крылышки второй раз. И все, на 15 минут потом в духовку. И они готовы. Так, быстренько проходимся по ним.
получится то, что надо. И хрустящие, и сочные, и мягкие. Вот, девочки, все, я смазала. Осталось даже немножко еще соуса. Сейчас ставлю последний раз на 15 минут, и все, они готовы. На гарнир крылышко у меня варится картофельное пюре. И я сделала салат. Вот такой. Обычный овощной. В общем, это такой будет ужин. Когда уже они изготовятся, я вам их покажу. Девчонки, вот такие вот крылышки у меня получились. Я уже вот положила сыночку, сейчас пойду его кормить. Вот мой вариант сервировки. Так что всем приятного аппетита, всем спасибо за просмотр, всех вас люблю, пока-пока.